Это просто... Это хвост. Нам надо вон туда. Я думаю, что среди этой очереди мы Олю точно не найдем. Блин, что-то мне кажется, да. Здравствуйте. Это Анна, а там Ольга. Ольга. Мы жрем кофе перед тем, как пойти на видак. Будем тусоваться сегодня с очень взрослыми детьми лет 10. 13. 13, да. Ну, там, наверное, есть 15. Да, в общем, почувствуем себя молодыми, свежими и такими, ну, короче, в тренде, в общем, да. Так что я не думаю, что я увижу кого-то там знакомого еще, но если увижу, конечно, будет очень клево, да? Да. Снимаю. В моем супер непопулярном отстойном блоге. Давай, мать, с моей помадой. Все, как я люблю. Великолепно. Первостепенно вам расскажу про конкурс. У нас будет проходить очень классный конкурс, поэтому сразу слушайте. Ребята, мы разыгрываем. А что мы разыгрываем, кстати говоря? Танис. И немножечко еще опустим. Здесь прямо максимально пускаем, максимально как вы можете. И, кстати, не переживайте за то, что, может быть, вам кажется, что там тростники. Мы идем кушать, да, девочки? Сейчас пойдем будем жрать дешманскую пиццу. Или вот тут есть шамбе шаурма. Кошка-ма. С кем я там иду? Кошка-ма. А какие-то такие. Тёлки какие-то. Блогеры. Тёлки какие-то. Самый ленивый блогер, вот он. Ну, второй, который пытается что-то делать, но уходит там. А я вообще не понимаю, что я тут делаю. Что это забыло? Ага. Куча, да? Так что, ну что? Готовы? Готовы? Раз, два, погнали! Все, поехали! Красиво! И не торопимся, аккуратненько. За 2 минуты может так классно губы накрасить, я считаю. Даже смыть потом еще раз накрасить. Давайте. Я тоже хочу снять. Тебе нужен твой телефон. Да, вы можете здесь уже стоять, ждать. Ничего себе, ты мастерски как это все сделал. Видимо, не первый раз, да? Все. Нормально. Это такая семейная обязанность, может быть, накрасить своей жене или девушке утром губы. Екатериной пришли на мероприятие. Сами не знаем, что там будет и зачем мы сюда пришли. Воскресенье утро,
Мы, в общем, сейчас узнаем, что от нас хотят. Импровизации какой-то, судя по всему. Песни будем петь. Развлекать народ, как клоуны. Вот. Судя по всему, нас пригласили для того, чтобы мы уехали сегодня на этой тачке домой. Возможно. Но это не точно. Сколько здесь бабла? И эта часть вы еще людей просто не видите, а они есть. Они тут тусуются. Рюкзак Бочковского. Прям брат мой висит, точнее, стоит. А, да, точно. Ну. Я вижу, да, он кое-что мой. Круто. Да, и причем. Кто в офисе пудры? Я в офисе пудры. Да. Да. Красота.